Это проект про искусство танца. Мы снимаем про 6 разных героев и про зарождение новой пластической культуры. То есть мы снимаем танцоров из балета, из андеграундных стилей и также из новых течений, таких как полденс и вок. Танец – это свобода для меня, и тематику, которую мы выбрали для исследования, я считаю, что она очень плодотворная и в плане искусства, и в плане физики, и в плане тех людей, которые выбирают это искусство в качестве своего главного дела в жизни. Для меня это особые люди. Они очень свободны в своем выборе, они очень свободны по жизни. Я считаю важным рассказать об этих людях не только с профессиональной точки зрения, но и с точки зрения искусства, и что нового они привносят в нашу культуру. Именно про это наш фильм. Фильм про мечту, фильм не только про красивое искусство танца, но и про то, как люди самореализуются, несмотря ни на что. Современное правильное производство определяет сильные требования к качеству контента. И поэтому мы остановились на камерах Canon. Это две модели Canon C300 Mark II и Canon C200. И вообще в целом эти кинокамеры, компактные кинокамеры, они очень удобны, мобильны. И в тех условиях, где нам приходится снимать, это какие-то выездные съемки, когда условия освещения не поддаются контролю, эти камеры позволяют очень быстро и легко адаптироваться. На этом проекте я использую объективы компании Canon. Это линейка объективов Canon Cinema, объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это очень удобные, компактные, легкие объективы, дающие потрясающее изображение, резкое, очень такое. Они очень просветленные и сложные условия световые, в которых нам приходится снимать. Эти объективы очень гибкие и позволяют адаптироваться легко к этим условиям. Что касается камеры C200, то на нее мы снимаем все постановочные, то есть художественные планы, когда мы понимаем четко, что мы снимаем, где снимаем. Она позволяет нам снимать изображение 4К, 50 кадров в секунду, то есть мы получаем такую скоростную съемку, когда пластика танца, танцора может быть растянута во времени. Да? Формат Canon RAW Light позволяет сохранить все нюансы изображения, цвета, оттенков. Как бы не случайно пал выбор на эти камеры, потому что они и легкие, и это позволяет в течение смены не уставать, потому что приходится ходить много за танцорами, следить за ними, быть рядом всегда, ловить моменты, и камера должна быть всегда наготове. Мы сейчас находимся на производственной базе кинокомпании «Космос Фильм». Находимся в портфотровом зале, где можно делать цветокоррекцию. Используем мы две программы для цветокоррекции и DaVinci, и программу «Люстра» от Autodesk. Что важно, что весь материал снимался в формате 4К, и наша база дает возможность нам эти 4К видеть на проекторе. Проектор поддерживает цветовое пространство P3, то есть мы видим максимальное количество информации. Сейчас такая история интересная в современном документальном кино, что чем меньше цветокоррекции, тем лучше. Это правда важно, потому что тут важно, как снято и как снял оператор. Тут важно не испортить изображение и оставить его таким же, как оно было снято при помощи камеры, света искусственного или неискусственного. Новая матрица у Canon, она дает это интересное изображение, мягкое, при этом все цвета присутствуют. Можно чуть прибавить контраста или плотности. В этом вот и отличие будет этого изображения от других изображений.